Строительство дворца игровых видов спорта в Иванове в этом году будет продолжено. В рамках федеральной госпрограммы развития физической культуры и спорта на 2019 год выделено 120 миллионов рублей и чуть менее полумиллиарда на 2020. Предусмотрено и софинансирование из областной казны. Сейчас происходит передача объекта из городской собственности в региональную. Сразу после этого в рамках конкурсной процедуры выберут подрядчика. В мае он уже должен приступить к работам. Корректировка проекта уже произведена еще в прошлом году. К этому мы готовились, поэтому все нормы, изменения по оборудованию, все это учтено, изменено так, чтобы мы уже строили быстро и без проблем.